Интересный эксперимент начат недавно в Ивановской области. У деревни Терехово Вычугского района появилась необычная ферма – лосина. Виктор Михайлович Аладьев, бывший егерь, недавно он сменил профессию и стал старшим лосеводом. Лоси – животные неприхотливые, и ферма в обычном понимании этого слова им не нужна. Основной их дом – лес, основная пища – порубочные остатки, ветки, листья, кора. Подкормка нужна только зимой. Лосята, лосята, лосята! Лосята, лосята! Скорей, скорей, скорей! Эксперимент идет успешно. Уже планируется расширение фермы, устройство передвижных доильных площадок. Лосиное молоко содержит около 12% жира, обладает многими целебными свойствами. Кто знает, может недалек тот день, когда разведение лосей станет еще одной отраслью животноводства.